Добрый день! Это ProObzor, многофункциональный токарный обрабатывающий центр QuickTech i42 Eco с выставки Технофорум 2022. Модель i42 Eco предназначена для изготовления сложных по конфигурации изделий при серийном производстве и применяется для обработки заготовок диаметром до 60 мм. Высокая мощность привода фрезерного инструмента обеспечивает широкие возможности фрезерной обработки. Все модели i42 Eco в базовой комплектации оснащены ЧПУ Mitsubishi, которая максимально оптимизирована для работы с механическими частями станка, а также цанговыми патронами, ловушками для деталей и приводным инструментом. Инструментальная система представляет собой вертикальную колонну. Смена инструмента осуществляется за счет перемещения колонны по оси Y. При этом сама скорость смены инструмента выше, чем у револьверных станков, а возможности обработки шире, чем у оборудования с горизонтальным инструментальным столом. Опционально, по запросу заказчика, на модель i42 Eco устанавливается поворотная ось B, открывающая новые возможности фрезерной обработки при работе на токарном обрабатывающем центре. Компания ProTechnologies занимается поставкой и сервисным обслуживанием станков бренда QuickTech. Более подробная информация представлена на нашем сайте в разделе «Металлорежущее оборудование».